Главная задача этого проекта – это создать или способствовать созданию сбалансированной системы высших государственных властей. Для этого мы стараемся перераспределить полномочия президента на другие ветви власти. И, в частности, усилить роль парламента по отношению к исполнительной власти. То есть, косвенно мы усиливаем роль избирателя, поскольку парламентское большинство формирует правительство и контролирует правительство. Поэтому мы считаем, что вот эти новации будут способствовать усилению роли выборов как способа формирования правительства. Это раз. Мы обратили внимание и на слабость судебной власти, и поэтому применили такую норму гарантии независимости судей, как бессрочное их избрание. Вот это, есть глава отдельная о местном самоуправлении. Я думаю, это тоже важно.